Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Сегодня я покажу свой заказ Faberlic по четвертому каталогу. Каталог у нас действует до 17 марта. Я давно не снимала видео, все не хватало никак времени. И вот решила я отснять. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной, давайте смотреть вместе. Покажу я свой заказ и покажу то, что я раньше заказывала для себя. Заказы у меня, конечно же, были, но я заказы клиентские раздавала, свой не показывала, потому что не хватало времени. Итак, вот для себя я заказывала ранее пятновыводитель. Это новинка первого каталога. Традиционные корейские экстракты. Также у нас в объеме 500 грамм. Артикул 30015. Предназначен на 50 стирок. Вот такой белый порошок с голубыми гранулами. И дальше у нас безупречная белизна. Это отбеливатель кислородный. Тоже упаковочки 500 грамм. Артикул 30028. Экологически чистый состав. Да, добавляю, когда стираем белые вещи. Вот такой вот порошок белого цвета. Сейчас мне очень нравится. Я активно использую пятновыводитель, либо отбеливатель. Заливаю кипятком, потом помещаю вещи грязные. Очень хорошо отбеливает вещи, убирает пятна. Я очень довольна этим средством. Также для себя заказала стиральный порошок. Плюс с пятновыводителем идет внутри. Традиционные корейские экстракты. Упаковочки 800 грамм. Заменяет 3 килограмма обычного стирального порошка. Артикул 30011. Такой стиральный порошок универсальный для стирки. С цветочным ароматом. И второй у меня стиральный порошок. Я уже открыла его. Пользуюсь для цветных тканей. Одна упаковочка предназначена на 23 стирки. Внутри гранулки такие вот розовые, такой цветочный аромат, вот сирень, приятно пахнет, нетки. Так, также упаковочки, масса 800 грамм, артикул 30013. Вот. Это то, чем я пользуюсь. Подружка сказала, две пачки стирального порошка. Один универсальный концентрированный стиральный порошок премиум. Подход для белых и цветных тканей. Упаковочки 800 грамм. Она любит, чтобы порошок был без запаха. Он ей идеально подходит. Экологически чистый состав. Не вызывает аллергии. Артикул 30020. Упаковочки 800 грамм. Заменяет 3 килограмма обычного стирального порошка. И второй стиральный порошок концентрированный. Подходит для цветных тканей, для ярко окрашенных тканей. Формула против пятен, не вызывает аллергии. Также упаковочки 800 грамм. Произведен в Германии. Артикул 30021. Коллега по работе заказала ультракондиционер для белья 3 в 1. Благородная орхидея. Предназначена на 30 стирок. Суперконцентрат. Объем 500 мл. Артикул 30850. Подружка просила заказать, она заказывает уже в третий раз, моющее средство для полов и стен без следов и запахов. И я решила для себя заказать 3 в 1. Легкое очищение, дом без запахов животных и аромат полезный для животных. Объем 500 мл, артикул 30800. Сказала, что очень хорошее средство. Я другое средство заказывала, моющее для полов. Ой, аромат лаванды. Он такой выраженный аромат лаванды. Но приятный. Как раз вот и лаванда нарисована. Для себя я заказала любимое средство для мытья посуды 2 в 1. Сода эффект. Чистота без налета и желтизны. Подходит для 0+. До 3 раз стало средство гуще и эффективнее. Объем 500 мл. Артикул 30067.
Очень нравится это средство. Не оставляет разводов. Приятный аромат. Средство густое. Я заказала про запас. Такое средство. Для себя заказала из серии Store d'Amore гель для интимной гигиены для чувствительной кожи. Объем 200 мл. Артикул 8722. Очень удобно пользоваться. Гель прозрачного цвета с точным ароматом. Но часто носик где забивается, и нужно чистить. Потому что если не почистить носик, потом плюется. Ну а так средство очень хорошее, мне нравится. Подружка заказала парфюмированный гель из серии Мурмур. Она уже не первый раз заказывает. Объем 150 мл. Артикул 88619. Сладкий аромат. Ей очень нравится этот гель. Для себя я по купонам заказала лак для волос. Так, это у нас лак для волос. Артикул 2707. Объем 200 мл. Сильная фиксация. Ну, не сильная фиксация, средняя фиксация. Но для работы то, что нужно. Мне подходит. Это у нас лак для волос с кератином. Также объем 200 мл. Артикул 2700. Подходит для волос подвижной фиксации. Хороший лак. Не склеивает волосы. Хорошо удаляется при расчесывании. Хорошо держит прическу для ежедневного использования. Мне подходит. Попросили заказать дезодорант-антиперспирант. 48 часов защиты, не содержит спирта, объем 50 мл, хорошо нейтрализует запах, пот. Ну, мне средство тоже это очень нравится, я им пользуюсь. И у меня всегда вот часто заказывают розовый дезодорант. Для подружки на 8 марта из серии Куркума я заказала ночной крем в объеме 50 мл и крем для век в объеме 15 мл. Подходит для возрастной кожи. Пептидами. Очень хороший крем. Артикул 2857. Я таким кремом сама пользовалась. Красивая упаковочка. Баночка такая оранжевого цвета. Здесь заклеена липкой лентой. Видно, что никто не открывал. И крем для век идет в тубе. Как я сказала, объем 15 мл. Артикул 2858. Очень хорошо крем впитывается. Нежирного блеска и хорошо работает, хорошо увлажняет, питает кожу. Для себя по купонам я заказала свой любимый увлажняющий крем тинт для лица. Объем 17 мл, содержится SPF 25. Мне очень нравится. Всегда заказываю, когда у меня есть купоны со скидкой хорошие. Артикул 63-56. Я им пользуюсь. Пока для меня это самый лучший увлажняющий крем для лица. Тинт. Такого вот белого цвета. Пальчиками его распределяете. Он подстраивается под тон вашей кожи. Хорошо маскирует какие-то недостатки на лице. Хорошо выравнивает. Я потом припудриваю. На данный момент это мой самый любимый крем. Конечно, вот колпачок хлипкий всегда разбивается у меня. Всегда трескается. Не знаю почему. Ну и сразу покажу два средства, которые я заказывала еще в январе. Как новинку. В начале января заказывала. Это корректор для лица Neo Serum Glam Team. Приходит вот так, в таких вот упаковочках. Они консилеры. Заказывала один темный, один светлый. В общем, светлый я наношу в уголок глаза, а потемнее во внешний уголок глаза. Хорошо убирают синячки, маскируют. Это вот более темный. После нанесения я даю там секунд 30 минутку схватиться и потом сухим спожем распределяю. Вот это вот светленькие, это темненькие.
А затем уже я наношу увлажняющий тональный крем Тинт. Вот. Тоже хорошо маскирует синячки, не спадает поры, морщинки. Смотрите, вот прям. Это даже вот насколько вот идеально, да? Не водянистое средство. Такое плотненькое. Я довольна вообще этим средством, мне нравится. Дальше, девчонки, из серии Гиалуронка я заказала на подарки подружкам гель для умывания. И это у нас мицеллярная вода. Этим средством я пользовалась, они мне очень нравятся, эти средства. И гель для умывания, и мицеллярка, я сейчас пользуюсь. Я думала, что им подарить. И вот решила, что будет очень хороший подарок. Просто считаю идеальный. Так. Мицеллярная у нас вода. Объем 270 мл. Артикул 28-19. И гель для умывания. Объем 150 мл, артикул 28-20. Хороший гель, хорошо удаляет макияж. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, вот одна моя. Я еще себе заказала в запас. Немножко подвинула камеру, а то зацепила. И еще я на подарок заказала сыворотку активатор для лица. Это капсула клетки Дельвейса. Тоже на подарок. И серия Блум. Коллегам по работе. И крем для век. Тоже. Мне отдельно заказали. Так, сыворотка активатор для лица антивозрастная, объем 30 мл, 0,9,95. Очень хорошие отзывы. Тубе идет хорошо, средство работает, бюджетная цена, но средство очень хорошее. И крем для век, объем 15 мл, артикул 0,9,94. Такие вот у меня подарочки готовы к 8 марта. И еще я заказала для коллеги по купону аромат Портожур. Это у нас зелено-цветочный цитрусовый аромат. Объем 50 мл. Новый дизайн. Артикул 33-20. Очень нежный такой аромат. Летний. Очень многим нравится. Так что вот такой у меня, девчонки, заказ. Долго я собиралась. Но наконец-то я сняла видео. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем хороших покупок, удачных покупок. И всем пока-пока, до новых встреч!